взыскание убытков из-за запрета должнику выехать за границу. Итак, как взыскать убытки с пристава, если должника не уведомили об исполнительном производстве и запрете на выезд за границу? С вами сегодня буду я, юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. Друзья, а перед тем, как мы начнем, прошу вас поддержать канал лайком. Поехали! Согласно федеральному закону номер 118, об органах принудительного исполнения Российской Федерации, судебный пристав-исполнитель обязан принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов. Срок для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, составляет 5 дней со дня получения должником постановления о возбуждении исполнительного производства. Итак, в соответствии со статьей 15 Гражданского кодекса, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Статьей 10.69 этого же кодекса установлено, что вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий, бездействия государственных органов и их должностных лиц, подлежит возмещению. Вред, причиненный по вине судебного пристава, возмещается за счет казны Российской Федерации. Постановление о временном ограничении должника на выезд за границу. Из проведенных законоположений следует, что основаниями для принятия приставом постановления об ограничении на выезд должника из России является неисполненное должником требование об исполнительного документа в срок для его добровольного исполнения. При этом данное ограничение может быть установлено при наличии информации об извещении должника о возбуждении в отношении его исполнительного производства. Таким образом, судебный пристав вправе вынести постановление о временном запрете на выезд за границу при неисполнении должником без уважительных причин требований в исполнительном документе и надлежащем уведомлении должника о возбуждении исполнительного производства. Следовательно, данное ограничение не может применяться, если должник не извещен о возбуждении в его отношении исполнительного производства. Это важно помнить. Подписывайтесь, друзья, на мой канал, делитесь публикацией с друзьями в соцсетях и напишите в комментариях, а что вы думаете по этому поводу.